Ребята, привет! Приехала посылочка бижутерия. Долго мы ее ждали, 2 месяца прошло с тех пор. Где-то еще в конце января, по-моему, заказывали. В общем, смотрим. Так. Будем смотреть. Коробочка пустая. Значит, приехали вот такие вот браслетики, да, браслетики. 1, 2, 3, 4, 5. Приехал такой ремешок. Не знаю, правда, зачем он, но... Короче, приехал такой ремешочек. Далее приехала вот такая вот сова. Это, по-моему, браслет на руку, если я не ошибаюсь. Следующий пункт – это кольцо с бабочкой. Видно, да, наверное, на камере? Далее. Кто-то у нас собирается замуж, потому у нас 2 колечка приехало. Следующее – это кольцо усы. Их показать. Там обычное кольцо и усики. Золотистого цвета. Так, это следующее, это какой-то бантик или это вообще волосы какие-то. Потом сережки, пирамиды. А, кольцо пирамида на пальчик. Потом вот такие вот сережки золотистенькие. Следующее это колечко. Какие-то усы тоже. Так, далее. Ой. Тут набор колец. Мы его, наверное, распечатаем, чтобы посмотреть, что ли там на месте. Так, раз браслет. Два. Это один, типа, да, говорят мне. 3, 4, 5. Ну, короче, вот такая балабуха на руку. Тяжелая. Или ладно, так. Так, следующее. Следующее. Это цепочки. 1. Это с квадратом. Каким-то 1. Сова. 2. Прикольненько. Очки. Так, это 3. Еще одни очки. Золотистенькие, точнее серебряные. Так, это 4. И такая сова на подвесочках. Это 5. Ой. Ребята, смотрите, сколько бижутерии. Там видно, Лер? В общем, ребятки, подписывайтесь на наш канал, заказывайте посылочки. Но самое главное, это подпишитесь, потому что вы сможете смотреть за посылочками и можете себе заказать. Плюс у вас будет скидка, если вы подписаны на наш канал. Если вы хотите что-то себе, заходите в нашу группу Тандем. Ссылочка в описании есть. Заказывайте, и вы получите и попадете на наш видеообзор. Всем спасибо за просмотр. Пока!